ты в хіп-хопі не шариш і нічого не знаєш, кого біфи питаєш, бо нічого не знаєш за майота, не шариш і Віржимір питаєш, ти мене пропиваєш, бо нічого не знаєш, нічого. Те, кто недавно подписались, думали, что я тёлка вообще, наверное. Думают, что... Если я выложил фотку, что я тёлка, это не значит, что я тёлка. Понятно? Да. Друзья, не знаю, я вот выхожу в эфир, знаете, просто как будто увидеться с вами всегда. Вот, в общем, я приехал в Санкт-Петербург, у меня здесь должна была быть тусовка. Ее не было. И все. Реально, напишите просто мне вот интересно. Да, блядь. Напишите мне вот просто интересно все сейчас. Как вы считаете, кто самая, блядь, вот прям хороша тёлка, вот из всех, кого зафейсапили, из пацанов. Напишите, кто самая вот прям хороша. Вот я вижу, вы просто всех не видели реально. Вы видели только малую часть того, что вообще было. Я, короче, считаю, что я самая лютая. И конкуренцию единственное, кто могла бы мне стать, это вот Будда, что получилось. Реально. Как вы думаете, кто самый лютый? Вот я, мне Гриша прям нравится, да. Я лютый, мне кажется, честно, вообще, блядь. Я бы сам, вот если бы я такую девушку встретил, я бы ей дал бы по-любому под хвост, по-любому. Не знаю, я вот посмотрел, и типа, мы с пацанами каждую описывали из них. Ну, типа, знаете, вот смотришь, и ситуация должна вызываться, что она вообще, из чего сделана, что она вообще может, не может. Вот я себя бы так описал. Типа такая, знаете, с виду немного прожженная, бывалая, блядь, типа наркотики были, вся хуйня. И такая, как будто бы, блядь, просто ей завладеть, ну, нихуя подобного. Это такая мадам, нахуй, которая нормально зарабатывает, блядь. У нее по-любому OnlyFans есть, нахуй. Ну, она такая, может, блядь, базарчик вывести. Типа такой какой-то, знаете, прямо мадам. Поэтому, друзья, я реально перед сном просто вышел в эфир, чтобы пожелать вам всем спокойной ночи. В Питере охуенно время провел, реально, блядь, узнал, что, там есть, что тут есть море, я вообще в ахуе. В Питере, блядь, есть море, что за пиздец? Ну да, наверное, логично, тут же корабли ходят, блядь, откуда-то, и мосты разводятся. Ну, я охуел, короче, покупал сегодня, вот, и готов дальше ебашить хорошую музыку для вас всех. Покупай в любимых магазинах, ты с кэшбэком, самый выгодный кэшбэк в мире, это бэкет. Приводи друзей и получай больше кэша. В описании ссылка.